Наш телеканал побывал на закрытом показе национального фольклорного шоу, который представил театр народной музыки и песни «Золотое кольцо». Некоторые люди при слове «фольклорное шоу» думают, что это долгая и занудная постановка, но не тут-то было. Это шоу удивляет своей динамикой и калейдоскопом эмоций. Сидя в зале, можно радоваться происходящему на сцене, переживать за акробатов, подпевать исполнителям любимые народные песни и где-то задуматься о любимой родине и людях. Шоу «Золотое кольцо» — это оригинальная российская постановка. Искрометный балет, виртуозы-музыканты, вокальная группа, великолепные декорации, живое звучание исконных народных инструментов, светотехника и оригинальное видеосопровождение сценического действа, позволяющее более полно погрузиться в сюжет повествования. Более 150 уникальных сценических костюмов, поражающих своей самобытностью и богатством исполнения. Все это является отличительной особенностью спектакля и органичным синтезом живого культурного наследия и современных технологий, создающих законченную картину фееричного действа. Постановкой данного шоу занимались любимцы публики, супруги Александр Костюк и Надежда Кадышева. Мы считаем, что сейчас возрождение России, а национальная культура – это, то есть, это главное, что нас держит, наша песня, наши танцы, наша душа, наша хлебосольная страна. Поэтому мы счастливы, что действительно сегодня первый день рождения русского национального шоу «Золотое кольцо». И мы счастливы, что вы вместе с нами. Очень радостно, когда к нам пришла почти вся молодежь. И они с такой хорошей энергией работают. Им это нравится, они это любят, они живут вот именно в России, они это делают с удовольствием. И вы знаете, я вот могу вам сказать, мне это смотреть и слушать очень приятно. И все вот, кто, я думаю, сегодня был на представлении, это почувствовали. Премьера шоу состоится 1 апреля в Национальном театре «Золотое кольцо». Выступления будут проходить несколько раз в месяц. Music Box рекомендует провести время радостно и с пользой, посетив это мероприятие.